Тихонова с Тарасовым сравнивали часто. Оба тренировали ЦСКА и сборную, оба использовали похожие методы формирования команд. Правда, Тарасов не всегда жаловал своего более молодого коллегу, чуть ли не обвиняя Тихонова в бегстве наших за океан. Но я и представить себе не могу, что Фетисов и Ларионов смогли бы так успешно воевать с Тарасовым, как с Тихоновым. Тарасов их раздавил бы и не заметил, как было в свое время с Альметовым, Полупановым. Ему ничего не стоило сослать в Чебаркуль Харламова, опустить шлагбаум перед Александровым, Локтевым. Нашим первым уезжавшим в НХЛ повезло. На дворе были уже 90-е годы, а не 60-е. Осталась одна минута разминки. Прибавить страсти в глазах должен появиться огонек. Да-да! Это не Америка, здесь нет безработных. Молодой человек, я вами тоже недоволен. Молодой человек,